Хорошая новость для пенсионеров и всех тех граждан, кто имеет социальные льготы на проезд в общественном транспорте. С 3 июня 2016 года на всех рейсах маршрутов 356 и 364 установлен бесплатный проезд. И теперь льготники могут добраться до нужного им места быстро и удобно и на рейсовых автобусах, и на маршрутках. Все те категории граждан, которые учитываются федеральным законодательством, законодательством субъекта, отнесенные к категории льготников, они все могут пользоваться этими льготами. Ну, соответственно, с предоставлением соответствующих удостоверяющих документов. Это замечательно. Я вообще приветствую все начинания наших транспортных служб. Я льготница, пенсионерка, очень довольна тем, что нам сделали бесплатный проезд на 364-м маршрутке, 355-й, 356-й. Очень довольна, очень хорошо. Эта мера социальной поддержки достигнута на основании подписанного дополнительного контракта между Мострансавто, филиалом которого является пассажирский автопарк Ленинского района, и Министерством транспорта Московской области.